Я никогда не мариную овощи перед жаркой. Я выкладываю и потом уже догоняю вкус в конце. Вот у нас и соус поспел. Для приготовления любимого многими шашлыка Руслан Асташкин советует брать мясо курицы или говядины. Получается сочнее и полезнее, нежели свинины, уверяет мужчина. О работе шеф-повара он мечтал с 6 лет. Всегда любил готовить и воплощать на кухне собственные идеи. Рецепты блюд придумывает сам. Сегодня с ними поделился и с казанцами. Мясо ни в коем случае не стоит брать замороженным. То есть не люблю и не советую людям. Смотря, опять же, от какого мяса вы отталкиваетесь, что вам больше нравится. Если нравится, вот опять же, как курица, да, берите, старайтесь брать охлажденное, сейчас в наше время все есть, да. Мясные блюда готовили сегодня 16 казанских шеф-поваров. Больше всего казанцы хотели попробовать аргентинское асадо, приготовленное из баранины. Прожаривалось мясо на протяжении 6 часов. Такая технология приготовления блюда популярна в Южной Америке. Вы видите, что очень, скажем так, аккуратный нагрев идет, очень равномерный. И мясо еще заветривается, скажем так, и оно покрывается хрустящей, не хрустящей, а корочкой, внутри которого оно готовится в собственном соку. Вот. И то есть оно как бы готовится долго, не пересыхает, остается очень сочным и очень мягким. Помимо мяса, овощи на гриле. Большой спрос на помидоры, огурцы и картошку. Для пикантного вкуса капля масла, щепотка перца и ложечка аджики. Без добавки уйти точно не получится, уверяет Руслан Гривко. Вот картошечка. Она у нас как мягкая станет. Мы фольгу снимаем, потом ставим на костер до корочки и отдаем на раздачу. Цены приемлемые и скорее, знаете, ожидаемые, потому что на любых таких мероприятиях цены, в принципе, такие, как сегодня. Это очень весело и вносит какой-то праздник в нашу жизнь, жизнь парка. Парк сам по себе, конечно, классный, но такие мероприятия, я считаю, что очень нужны. На фестивале угодили вегетарианцам. Здесь и греческий гирос, смузи, овощные салаты. Выстроилась большая очередь за жареным мороженым, интерес к которому впервые проявили в Таиланде. Приготовленное из натуральных ингредиентов, оно быстро стало популярным и в России. Добавляется фрукт, какой вы хотите, добавляется специальная смесь, сделанная на сливках и молоке. И, собственно говоря, делается мороженое. Минуты 3-4. Удивлять казанцев шеф-повара будут и завтра. Два дня фестиваля настоящего гастрономического удовольствия. Голодным обещают точно, никто не уйдет. Марина Вахшо, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».